Расскажи немножко про свою ситуацию, с чем мы будем сегодня работать, чем мы хотели поговорить. У меня произошла история с мужем. То есть я прекрасно все понимаю, что это всего лишь стрессовые мысли, но все равно хочется эту историю проработать. Меня беспокоит мысль, что он действует недостаточно эффективно. То есть, например, вот произошла такая история перед свадьбой, когда мы написали большой список дел и с датами, и кто должен это делать. И за 3 дня до свадьбы ничего не было сделано. Вот. И я была, соответственно, очень расстроена, разочарована. Ну как, за 3 дня я просто психанула и сказала, что я все отменяю, вот. Но потом, быстро мы собрались и все сделали в конце концов, вот, и поженились. Но периодически такая же мысль продолжает всплывать. То есть я понимаю, что это во мне что-то, не проработано, не доделано, потому что я продолжаю об этом думать, это продолжает меня беспокоить. То есть у меня был день рождения, я начала искать себе там варианты, как его провести. Он сказал, я все сделаю, вот, и просто накидал мне там ссылки в чат, по которым я должна ходить и просто искать там что. Я то же самое испытала, что я разочарована, расстроена, я ожидала совсем другого, вот, и я в итоге обиделась и ушла. Вот, а в итоге оказалось то, что это все был сюрприз с его стороны, что он уже заказал там столик в ресторане и так далее. А я об этом не знала. Да. Я была очень расстроена. То есть этот день прошел для меня в итоге плохо. Вот. То есть, как бы со временем, то есть потом мы уже договорились, что все отлично, никто ни на кого не обижается, но я понимаю, что эта мысль, она во мне живет. И мне хотелось бы от нее избавиться. Мешает видеть его хорошие какие-то поступки, да, его такую включение. Да. Оно как застилает восприятие. Да. Да. Хорошо. Мой муж должен действовать более эффективно. Так звучит? Да. Да. Вот те, кто сейчас к нам присоединяется в эфир или кто будет смотреть, допустим, записи, вы можете тоже выбирать какой-то момент, где вам кажется, что ваш партнер действует как-то неэффективно, вы недовольны результатом, да, вы разочарованы. Найдите этот момент, и момент – это место, когда четко что-то происходит, конкретно, да, вот, Ксения, как тебе? На «ты» нормально, да? Да, я тоже, у меня на «ты». И Ксюша или Ксения, как тебе ближе? Ой, без разницы, можно Ксюша. Хорошо. И вот твой момент – это мы пойдем с ситуации со свадьбой или с днем рождения лучше? Где тебе еще раз? В момент, то есть нам сейчас нужно выбрать момент, чтобы мы вошли в исследование, и с какой ситуацией ты хотела бы больше поработать, когда ты перед свадьбой была разочарована или в день рождения? Ну, давай попробуем с последней, потому что она вот недавно была только, да? Да. Я еду в электричке. У меня нету интернета, вот, а он присылает мне ссылки. И я понимаю, что уже вечер, у меня завтра день рождения, а он предлагает мне вот ходить по ссылкам, а у меня нету интернета. Да, и в этот момент ты чувствуешь. Я чувствую, что как будто бы он меня бросил. Я чувствую, вот эмоция, да, какая там есть, чувство именно. Он меня бросил, это уже мысль, а чувство обида, разочарование, обида. Да. Раздражение какое-то легкое, да? Вот эти... Ну да, раздражение, да.
Да, потому что он меня бросил. Так звучит? Да? Или он сейчас поступает неэффективно? Какая мысль лучше? Ну, лучше, наверное, что он должен действовать более эффективно. Да. Он должен действовать более эффективно. Хорошо. И вот ты едешь в электричке, да, и каждый сейчас может выбрать тоже свой какой-то момент, где эта мысль становится прям яркой и очень актуальной для момента. Это не какое-то в общем понятие о человеке, да, он иногда может быть эффективным, а может быть неэффективным. И вот электричка, телефон, ссылки, чат с мужем, и в этот момент ты видишь эти ссылки и чувствуешь раздражение, разочарование. Ксюш, я не знаю, вот звук свистит у меня, как резонанс. Слышишь? Да, есть чуть-чуть. Я не знаю, это или от тебя возврат идет, или у меня. Тоже не знаю. Не знаю, что сделать. Ага. Так, ну, хорошо, ладно, попробуем такой этот фактор пройдем. Хорошо, и ты смотришь на телефон, смотришь на эти ссылки, он действует неэффективно. Это правда? В тот момент да. для тебя. Да. И вот ты прям можешь сейчас увидеть, что ум говорит одно. А следующий вопрос. Можешь ли ты абсолютно точно знать, что он действует неэффективно? Нет. Да, и мы иногда попадаем в ситуацию, когда у нас неполная информация о происходящем. И ну мы, да, так и есть. Считывая внешнюю картинку, делаем какой-то свой вывод, интерпретируем. Да, до конца не разобравшись, делаем такой скоропалительный вывод. И часто вот этот вывод, он такой прям как гвоздем припечатывает нас, вешает ярлык на партнера, да, и заставляет нас переживать особые ощущения. Вот это очень здорово, что ты взяла эту ситуацию, это очень показательно, как мы быстро начинаем искажать реальность, ум наш. Да? И в этот момент, но реальность одна, твой ум говорит, он действует неэффективно, и в этот момент, когда эта мысль становится для тебя словно определяющей, управляющей, словно это единственная правда, что с тобой происходит? Я раздражаюсь, я обижаюсь на него, я злюсь, я чувствую себя потерянной, брошенной. Ну, ощущение, как будто бы он меня подставил. Угу. И посмотри, вот это ощущение возникает, я потерянная, брошенная, оно возникает не просто от того, что ты сидишь в электричке. Оно возникает от картинок, которые приходят в этот момент в твой ум. Какие? Как твой ум доказывает, что ты брошенная? Что он действует неэффективно? Как он тебе вот это объясняет? Но что он пообещал и ничего не сделал. Да, то есть вспоминается картинка прошлого, где он говорит: «Ксюша, все будет супер, я обо всем позабочусь, праздник будет». Да. Да, то есть ты вспоминаешь эту картинку, потом ты видишь ссылки, у тебя нет интернета, и ты представляешь картинку будущего, какую? Что ничего не произойдет, ну, то есть я должна буду опять сама все решать, все искать, и мне не на кого положиться. Да, то есть возникает этот образ моего завтрашнего дня, у меня нет интернета, я сейчас эти ссылки не просматриваю, я не успеваю подготовиться, и он в этот момент не участник этого процесса для меня, да, все на мне, и мой праздник не удается завтра. Да.
И посмотри, и вот когда в уме выстраивается вот эта прям последовательность, прошлое я пообещал, настоящее, будущее, еще посмотри, что подтягивается ситуация со свадьбой. Угу. Вспоминает. Ну да, вспоминаешь то же самое, да. Ну вот опять, да? То есть ум, опираясь на опыт прошлого, начинает утверждать в настоящем, словно что-то свое, и начинает это проецировать на будущее. И тогда каким тебе кажется твое будущее с ним? Он действует недостаточно эффективно. Мне становится страшно, что я в иллюзии, что, может быть, ну, я зря выбрала такого мужчину, что, может быть, в какой-то момент, ну, это будет решающим, то есть он должен будет что-то сделать и не сделает, и это будет прямо определяющим, то есть это сильно повлияет. И там, видишь, рисуется вот этот образ, ты говоришь, да, вдруг какой-то важный момент, то есть там какое-то событие гипотетическое, которое может случиться, где я останусь одна без него. Да, вот этот образ тебя, я одна, одинокая, брошенная, без поддержки, и я не могу справиться, да, возможно, там в ситуации. Да. И в этот момент, когда вот эти все образы в уме подтягиваются на мысли, он действует неэффективно, да, ты это наблюдаешь в своем уме, все эти картинки, это проносится за секунду, молниеносно, да. У меня скорость света, но это то, целое... Это невозможно остановить. Да, это целое кино, и это и есть это наша история. Ум создает эти истории, начинает искажать реальность, но когда... Но наш мозг воспринимает эти картинки очень буквально. Он не отличает разницу между вымышленным и таким визуальным рядом, если он на него верит. И происходит, что в этот момент каким-то да, для тебя становится твой муж. Когда ты словно видишь эти доказательства его неэффективности. В будущем еще ничего не произошло, да? А в будущем уже нарисовалось, что я одна брошенная, без его поддержки. Кто он тогда для тебя? Он предатель. Да. И можешь увидеть, как в этот же момент происходит такой словно разрыв с ним. Он предатель, образ предателя. Угу. Какой он становится еще для тебя? Какие чувства к нему возникают? Он становится чужой, холодный, отделенный от меня. Угу. То есть как будто бы я не хочу не иметь ничего общего. Да. Как будто бы мне надо заранее подготовиться, то есть я не могу полагаться, mm-hmm. и мне нужно заранее подстелить себе соломки там, и так далее. Да, и видишь, вот эта картинка будущего возникает, на него нельзя положиться, я останусь одна, и мне будет страшно, что я не справлюсь, я буду испытывать боль. И причина этой боли – это он. Ум так выстраивает комбинацию, да? Если он причина моей боли, значит, он мне становится опасным. Ну, он мой враг в этот момент, да? Он мне причиняет боль. И я тогда, вот ум начинает, да, он защищаться, то есть мы избегаем от боли. И тело наше старается... сохранять себя, да, в болезненных моментах. И ум то же самое делает. И тогда я от него закрываюсь. Поскольку он у меня входит в категорию опасных, словно врагов, я с ним словно разрываю контакт и начинаю выстраивать стратегию внутреннюю, чтобы предотвратить то будущее, в котором мне будет больно. И можешь посмотреть, вот какие... Ну, ты уже это проговорила, да, какие стратегии начинают возникать в уме, как ты должна подстелить соломку, как ты начинаешь обращаться с ним, когда ты вот в этой истории глубоко поверила в своем уме. Как ты начинаешь с ним взаимодействовать, с мужем? Ну, более отстраненно, более холодно.
я начинаю все контролировать. Да. Я начинаю все проверять. То есть я решила, что я не могу положиться. Значит, я все должна проверить. Чтобы все пошло эффективно. Да. И тогда мне не будет так больно в будущем, потому что я буду готова уже. Да, то есть так, ум начинает нас защищать. И как влияет на твои отношения с ним? Как это влияет на вас? Как? Он раздражается. Он говорит, ну, ты мне не доверяешь. Он злится. Ты, ну, говорит мне, что ты должна расслабиться и довериться. А ты все проверяешь, все контролируешь. Ну, то есть на почве вот этого доверия и контроля, как бы, там, да, много вопросов возникает. Возникают конфликты. И ты можешь сейчас даже посмотреть, какой посыл от тебя он словно ловит, что он какой? Неспособный. Неспособный, ненадежный. Да? Ну, да. То есть во всем этом твоем контроле, да, есть вот этот посыл, такое запечатанное послание. И смотри, если он тебе поверит. Ну, вдруг так случится, ты ему это транслируешь, ты неспособный, тебя нужно контролировать. Ты не самостоятельный, ты ненадежный, я сейчас все сама сделаю. И если он тебе поверит. Если у него высокая степень осознанности, он может себя, условно, выдержать в этом. А вдруг позволит тебе, словно, проникнуть в него и согласиться с тобой, что тогда произойдет? Если он поверит, что он не способен. Тогда сбудутся все мои страшные картинки. Да, поверив, что он не способный, скорее всего, он начнет сомневаться в своих действиях. А правильно, неправильно, а делать, не делать. Да? А будет она довольна, не будет довольна. То есть он начнет бояться совершить ошибку. Если он будет бояться совершить ошибку, то большая вероятность, что он что будет делать? Ее совершит. Там другой механизм включается. Там исчезают действия. Если я боюсь ошибку, лучше, то лучше у меня включится вот это вот сопротивление. Да? И ты начнешь, вероятно, что наблюдать? Что он ничего не делает. Да, и твой ум начинает делать вывод, что и требовалось доказать. Что я права. Я права, да. Оказывается, он не способный. И мы вот эту... То есть сейчас мы видим, как эта история, когда мы верим в мысль, запускается вот эта шестереночка, да, механизма восприятия реальности, мы ее чуть-чуть искажаем. Потом сама же реальность делает нам этот отклик, да, как в квантовой физике. Наблюдатель определяет наблюдаемое. То есть наблюдаемое подстраивается под наблюдателя. И если я вижу так, то реальность мне словно это потом разворачивает. И мы видим, как это работает. Вот поэтому очень важно, ну, то есть работу сделать пораньше. Да. Не когда здесь все запущено. И ты большая в этом смысле молодец, потому что ты очень ответственно подходишь к этому вопросу. И как ты в самом начале сказала, очень верную мысль. Я понимаю, а меня несет. И это часто очень история, когда мы действительно попадаем в эти места. То, что ты так реагируешь, не твоей вины, потому что был где-то опыт. Вот посмотри... Когда ты видишь его как предателя, когда ты веришь мысли, он действует неэффективно, какой ты себя чувствуешь? Как ты к себе относишься в этот момент? Какой ты себя ощущаешь? Я брошенная, потерянная, одинокая. Одинокая. Некому меня защитить.
Да. Я маленькая. Маленькая. И словно опора, на которую я рассчитывала, сейчас выбилось такое чувство, да? И вот посмотри, когда впервые, возможно, у тебя такое ощущение появилось про себя. Когда ты впервые поверила, что ты одинокая, брошенная, незащищенная. Ну, я думаю, это с папой история. То есть папа, ну, они развелись, да, когда мне было 5 лет, и папа приехал, проводил меня в школу, и все. И потом, ну, его больше не было. Вот. А папа жил очень далеко, в Хабаровске. И я смотрела, вот, мне казалось, что каждый самолет, который пролетает по небу, это папа ко мне летит. Вот, а в итоге, ну, его очень не было, долго не было в моей жизни, вот, потом уже я сама его нашла. Вот, но в вот этом ощущении я долго прожила, что его нету, и он не возвращается, значит, он меня не любит, значит, я не могу на него положиться, он меня бросил, ну, вот такое. Да, и вот тот момент, вот эта маленькая Ксюша, которой 5 лет, которая в школу или в садик, ты говорила, у тебя отвел? Ну, в школу, то есть Школу. на 1 сентября он На прямо 1 прилетел. сентября. И он не предупредил, что его не будет потом, что он уйдет. Ты не знала об этом? Ну, естественно, нет. И ты ходишь, то есть у тебя, ты идешь с ребенком в ощущении, что папа есть, а потом приходишь и его не находишь. Ну да. С тобой поговорили как-то тогда об этом, нет? Почему папа ушел? Если честно, я не помню. То Угу. есть. Но вот это чувство, да, маленькой Ксюши, что это было и исчезло. Действительно, посмотри, во что ты тогда о себе поверил. И во что ты поверила о мире, о других людях. Ну, в то, что нельзя доверять, в том, что, ну, я могу любить, а меня могут предать. Да, и тогда, Меня можно предать. и какая я тогда буду, да, если я могу любить, я могу доверять, а потом в один момент это может исчезнуть, да, меня могут предать. Какая я тогда в этой истории? Ну, потерянная, Потерянная, брошенная, одинокая. брошенная, да, и это больно. И посмотри, когда ты себя переживаешь потерянной, брошенной, одинокой, как ты к себе относишься? Ну, я себя не люблю, Да. потому что меня тоже не любят. Значит, меня не за что любить. Да, там вывод, Значит, нужно достаточно хорошее, ум чтобы меня делает любить. вывод, если меня бросили, если меня предали, значит, со мной что-то не так. Если бы я была хорошая, такого бы не случилось. Если это случается, значит, я недостаточно хороша для людей, чтобы со мной оставались. И вот это я недостаточно хороша, я это чувствую в отношении себя, меня предали, а боль испытываю я по отношению к себе. Видишь это? Я Ну недостаточно да. хороша. И вот это у нас место болит. Когда мы испытываем боль, когда кто-то с нами как-то поступает, на самом деле болит вот это. Я недостаточно хороша, раз это происходит. И у нас такое глубокое чувство вины какое-то возникает. И это такой разрыв, раздрай, раскол внутренний с собой. Я сама себе такой не нравлюсь, недостаточно хороший. Я себя здесь не люблю. И вот у нас ум, чтобы не переживать это чувство боли, начинает выстраивать стратегию для того, чтобы в это место не зайти, в это место предательства не зайти. Поэтому какой я должна быть, чтобы этого не произошло? Ну, заслуживать, сделать так, чтобы меня наконец-то оценили. Вот. И это очень долго происходило у нас с отцом точно. То есть я постоянно пыталась ему угодить, вплоть до того, что
в разговоре даже я пытаюсь, ну, понять, а что он хочет услышать от меня. Да, чтобы соответствовать его ожиданиям о том, какой бы я должна была быть, чтобы он меня полюбил. Как это влияло на близость твою с ним? Когда ты старалась выдать словно образ в виде себя, такой хорошей, правильной дочери. Ну, конечно, это не близость. То есть это очень мало моментов было настоящей близости. Я могу сказать то, что, ну, наши отношения так и не стали близкими, душевными совсем. Ну, это тяжело. Да. Это очень тяжело для меня, потому что он сейчас умер полгода назад, и я, ну, как бы у меня такое, ну, разочарование, что я не достигла того, чего хотела в общении с ним. И мне это стало ясно вот только сейчас, после его смерти, что как бы вот он умер, и все, мне больше нечего ему доказывать. Я больше не должна становиться хорошей для него. Как, вот. Как это очень тяжело. Облегчение, да? Ну, это болезненно очень, честно. Потому что, ну, всю жизнь как будто бы я билась вот в стенку его... одобрение. Его, чтобы он принял меня, чтобы он любил меня, да. А тут хоп, и стенка эта исчезает просто, и мне нечего больше добиваться. То есть все исчезло. Вот. И я понимаю, да я могла бы не биться, я могла бы просто его любить, и да, все. Да, да. Вот это вот и мешает. И еще посмотри, что помимо того, что я должна быть удобной для него, хорошей дочерью, какой-то идеальной, чтобы он меня наконец-то полюбил, я много очень на это тратила сил, энергии, времени, еще включился в другой механизм. Да? Если меня бросают, я одинокая, брошенная, если меня предают. Поэтому я, чтобы это предотвратить еще, что должна делать? Ну вот мы говорили про подстелить соломки. Да. Да, вот это. Да, да. Угу. Ну, контролировать как-то свою жизнь, какой-то запасной выход себе сделать. Да, да, словно твое внимание стало направляться так, искать признаки того, где уже опасно, где меня уже могут предать, и где мне нужно, допустим, уже бежать куда-то. Закрывать отношения или как-то себя обезопасивать, да? И получается, восприятие уже фильтрует из внешнего мира, оно словно заточено на поиск недостатков и возможных подвохов. Да, да, то есть я ищу подвохи, да. Да, для того, чтобы, опять же, вовремя предотвратить ту болевую ситуацию, когда ты откроешься, доверишься, а кто-то возьмет и уйдет. И тебе будет так, как в той ситуации. Вот. И ты можешь сейчас посмотреть, как два этих образ «я словно недостаточно хороша для любви, и я должна быть хорошей, удобной в отношениях, да, чтобы меня полюбили». И опять же, я не могу доверять, я брошенная, поэтому мне нужно быть контролирующей. Как это повлияло на твою судьбу? И как сейчас это проявляется в твоих отношениях с мужем? Словно, какую цену ты платишь за то, что поддерживаешь себе вот эту словно историю? Ну, я в принципе, ну, у меня было очень много попыток, скажем так, да, отношений, и если бы не усилия моего мужа, то тогда этих отношений бы не было. То есть я понимаю, что я очень много раз в жизни, ну, намеренно отношения разваливала. Да. Именно поэтому, потому что возникал этот страх. Как только становилось что-то близким, да, возникает страх, а вдруг это будет боль.
Поэтому мне надо на опережение это закрыть. Да, да. Вот. И я понимаю, что ну, то, что мы вместе сейчас, да, и эти отношения на самом деле для меня, ну, пример и для меня, и для многих вокруг, потому что у нас на самом деле, ну, на самом деле все хорошо. Вот. Но, опять же, мне кажется, что это его заслуга. Да. То есть он очень много приложил усилий для того, чтобы вот эту мою стену, вот, недоверие, да, для того, чтобы ее пробить, успокоить меня и сказать, вот, ну, все хорошо, ты можешь доверять. И в какой-то момент я хотя бы вот чуть-чуть на это согласилась, и поэтому вот все это случилось. Да. И есть у Лиз Бурбо, да, книга «Пять травм», и вот эта травма предательства, да, и маска контролирующего, и мы видим, как это работает действительно внутри нашего ума. Когда иногда читаем книгу, может быть, как-то понятно, непонятно, но сейчас вот это вот прям, спасибо тебе за такой великолепный пример, мы прям на нем увидели, как эта маска и как травма работает, откуда и чего. И когда мы, например, видим в пространстве людей, которые слишком контролируют нас, контролирует окружающее, и мы злимся, там, как-то раздражаемся, почему ты мне не доверяешь, да, мы не видим первопричины, откуда это все идет. Это идет вот из той травмы, да? Там есть какие-то маленькие Ксюши, маленькие Васи, Пети, Маши, Миши, да, которые где-то испытали ту боль в каком-то событии, и они пока еще верят в то, что мир такой, который был там, как сформировался в моменте тогда. И просто тело взрослеет, событийный ряд меняется, какие-то люди приходят, уходят, а вот эта конструкция в уме, она словно просто переносится как трафарет. Да. И вот работа хороша тем, что да, она позволяет нам в это нырнуть, посмотреть и посмотреть, что же все-таки есть на самом деле. Да? И давай посмотрим. Вернемся в момент, когда ты едешь в электричке, и ты смотришь на эти ссылки в телефоне, все то же самое, один в один, кроме того, что, предположим, вот эта вся твоя жизненная история про предательство, про папу, вот словно весь вот этот умственная вот эта программа, да, контекст того, как ты смотришь на жизнь. Вот если бы этого не было в этом мгновении, без всех этих историй, без этой мысли, что твой муж поступает неэффективно, без картинок прошлого, без будущего о том, что твой день рождения пройдет ужасно завтра, и ты одна, и в какой-то момент он тебя подведет, и ты будешь брошенная, одинокая, несчастная. Вот без этого всего ты просто в моменте. Это все в уме, это воображение, а есть реальность, где ты в электричке. Кем бы ты была в эту секунду? Без прошлого, без будущего. Я бы просто сказала ему, что я не могу сейчас посмотреть все эти ссылки и... Скажи мне, пожалуйста. Что это значит? Нормально, да. Просто скажи мне, что завтра будем делать. И все. Да. И видишь, решение на поверхности. То есть, когда мы в реальности, решение на поверхности. Просто уточнить и прояснить. Мне действительно непонятно, что с этим делать. Но когда мы в травме, мы момент начинаем туда подгружать весь этот багаж, накладывать на ситуацию, и вот этот багаж разделяет нас с тем, что есть, искажает, и мы уже реагируем на наши искажения, а не на то, что происходит. И искажение заставляет тебя словно внутри разводиться с ним. 3 месяца назад я вышла замуж, а сейчас я с ним развожусь. Хотя ничего еще не произошло, но в моем уме это уже все, да?
Жизнь несчастна. Пора бежать. Да, и как посмотри еще, как бы твое тело проживало это мгновение, если бы ты была свободна от всех этих историй. Без мысли, вот ты с телефоном, видишь эти ссылки. Ну, я была бы более спокойной, расслабленной. И то есть я понимаю еще, что сейчас я среагировала так, потому что это был вечер, и я устала. То есть вот это тоже очень сильно влияет. Часто, да. Наши травмы включаются, когда у нас словно нет ресурса. И психической энергии не хватает на то, чтобы справиться иногда эмоционально. Да? Безусловно, у тебя есть динамика и есть, ну, как ты говоришь, заслуга и мужа, что он тебя немножко так делает более мягкой в этом смысле. И перемены есть, но когда мы действительно где-то ослаблены, то вот эти травмы, эти боли выходят на поверхность, мы не справляемся. И все-таки давай посмотрим, кем бы ты была, если бы просто этой истории в твоей, ну, словно ты не способна эту историю больше воспроизводить в своем уме. Какая тогда Ксюша? Кто ты? Как тело твое проживает происходящее? Наверное, я была бы благодарна за то, что он все-таки что-то сделал. Mm-hmm. Я еще не знаю даже, что он сделал точно. Вот. Но я бы увидела то, что он все равно, ну, приложил какие-то усилия. Mm-hmm. То есть он все равно обо мне позаботился. Да, то есть в этот момент ты можешь увидеть, что ты видишь какие-то шаги конкретные, ссылки, да. А за каждой ссылкой стоит что? Ну, то, что он сидел и искал. Искал. То есть для того, чтобы прислать тебе только эту ссылку, ему пришлось постараться сравнить какие-то другие варианты, чтобы выбрать из всех вариантов только эту ссылку. И таких ссылок несколько. Угу. Да? То есть вот в момент реакции мы этого труда другого человека вообще не видим. Угу. Он враг, холодный, равнодушный, безразличный, эгоист. А в реальности? А в реальности он позаботился, он заранее подумал обо мне, он сравнивал разные варианты, а я взяла все это и обесценила одним махом. Но опять же понимаем, что нет твоей вины, потому что так внутри выстроено пока, да, то есть тоже себя не обвиняй в этом смысле, важно просто увидеть, что есть. И сейчас еще раз посмотри, кто ты, как ты сама себя ощущаешь, когда ты без мыслей. Без истории о том, что он предатель, я одинокая брошенная, без всех этих образов. Какая ты? Кто ты в этом моменте? Я замужняя женщина. Mm-hmm. Что внутри? У которой есть на кого положиться. Mm-hmm. Что внутри у тебя? Какая ты? Прям проживай себя. Я легкая, благодарная. Mm-hmm. Я спокойная. Я под защитой. Я расслабленная. Угу. Открытая. У меня все есть. Да. Открытая, любящая. Угу. Угу. У меня все есть. Да, счастливая. Угу. Да. И вот как это трогательно, да? Угу. И вот ты можешь увидеть, что в этом моменте ты и сама себя ощущаешь, какой вот сама с собой. Нравишься ты себе в этот момент? Да, конечно. Угу. Намного больше.
Вот какая ты для самой себя здесь? Ну, наверное, такая, какой я бы и хотела быть. Клёвенькая. Да. Сейчас вот из этого места посмотри на этот образ. Я недостаточно хороша, чтобы меня любили. Насколько это правда? Ну, это прямо кажется абсурдным. Да. А что, мне надо быть хорошей? А что это такое, да, быть хорошей? Да, а что это такое вообще? Непонятно. Да. И какая свобода появляется, посмотри. Да, смотри. Да. И видишь, что этот образ, я недостаточно хороша, папа ушел, я стала недостаточно хорошей. Это возникла идея о себе. Что-то произошло, а я это интерпретировала и поверила, что это я. А в реальности посмотри на ту маленькую Ксюшу. Вот тоже зайди в тот момент и посмотри. Папы нет. Если ты в тот момент не будешь тоже, условно, называть, он меня бросил, он меня предал. Вот. Кать, чуть подзависла, скажи еще раз. Так, маленькая Ксюша, да, которая на 1 сентября пошла в школу, возвращается, и папы нет. И там сложилось... Папа ушел, меня бросил, значит, я недостаточно хороша, чтобы меня любили. Вот посмотри и там, в тот момент, у маленькой Ксюши, кем бы она была, если бы она не поверила в мысль, что папа меня бросил. И это значит, что я недостаточно хороша. Кем бы ты там была? Попробуй сейчас этот момент словно прожить, пройти в него. Без этого вывода, без этой интерпретации происходящего. Словно посмотри чистым ясным взором на происходящее. Ну, наверное, я бы видела, что у меня все хорошо. То есть у меня есть семья, как бы у меня есть дом, обо мне заботятся. И, может быть, это лучший вариант для меня. То есть нету никакой проблемы, нет никакой опасности для меня. И вот сейчас попробуй прям зайти вот в тот какой-то момент, когда ты до тебя словно дошло, что папа не вернется, то его нет в вашем пространстве. Вот какое-то такое, как трогательное чувство, осознание. И просто смотри из этого момента на реальность. Да, это факт, что папы рядом нет. Угу. Происходит то, что происходит. Но ты когда не накладываешь на происходящее историю о предательстве, ты просто в этом находишься, в этой реальности. Тут и тогда. Как ты себя проживаешь? Прям внутрь смотри. Ну, как будто бы я разрешаю ему делать то, что он хочет. Ну, то есть то, что... Ну, если его нету, значит, так надо. Значит, так и должно быть. Что-то происходит, то, что происходит, где-то не все в твоих, не в твоей власти, да, не в твоем контроле. Да, да. И значит, так нужно ему. Он делает, ну, то, что он хочет, то, что может делать, да. Это его выбор. Да, то есть он, ну, если бы он мог быть со мной, то он был бы со мной. Значит, такой возможности нет. Да. И посмотри, что папа — это папа, его выбор — это его выбор, но это не говорит о том, что ты какая-то плохая. Видишь, что папа — это папа, а ты — это ты.
И когда ты папины выборы, папины проявления не накладываешь на себя, кто ты тогда? Какая ты? Ну, я делаю выводы о себе, хотя они, ну, не имеют под собой никакой основы. Это ты делала, когда ты верила в историю, папа меня предал. А теперь посмотри, кем бы ты осталась в том моменте, если бы ты этих выводов о себе не делала. Если бы не сливала себя с папой. Папа поступил, значит, я такая. Угу. Папа поступил, а я – это я. Кто ты тогда? Ну, я осталась бы просто собой. Девочкой, которая, не знаю, ждет в любой момент. То есть, когда-то он появится, тогда, когда будет нужно. И все. Да, но вот это сейчас, ты говоришь, ждет, когда он появится, да, это тоже мысль, что он должен появиться. А даже без этой мысли. Ну, что он имеет право делать то, что делает? Да, это он, а ты, кто ты в этот момент? Прям почувствуй проживание себя. Если я все отпускаю, позволяю папе делать свой выбор, позволяю реальности идти своим чередом, какая я? Разрешаю. Да. Разрешаю. Разрешаю. И тогда как я себя чувствую? Как я себя проживаю в этом моменте? Ну, что я просто принимаю то, что происходит. Да, и как тебе от этого? Спокойно, легко. То есть я разрешаю всему быть. Да, и какая ты тогда, разрешающая всему быть? Как это чувствуется внутри? Очень легко. Угу. То есть как будто бы все, ну, все идет через меня, без препятствий. Угу. То есть как будто бы, ну, нет плотины, как будто бы через меня вот льется легко. И нет никаких препятствий. Угу. И появляется такая какая-то спокойная сила, да, и вот она как внутри откуда-то идет. Спокойная сила словно пропускает все, что происходит. И даже в той маленькой девочке эта сила есть. Угу. Видишь? Да. Угу. И посмотри, если бы вот это осталось с тобой. Там ты увидела, как в детстве мы смотрели, ты словно погрузилась в эту историю. Я, значит, недостаточно хороша, если папа ушел. А тут ты видишь, папа ушел, но я – это я. И это был просто образ, в который я поверила, что со мной что-то не так. Какая-то Ксюша неправильная возникла. А в реальности ты какая? Ну, в реальности я понимаю, что ну, все то, что происходит, все к лучшему. И со мной все в порядке. Старается, да, старается и делает максимум, который может. Если вот он сделал вот так, значит, наверное, так и надо. То есть так и лучше. Да. Просто я об этом не знаю. Хочу тебя просто обратить внимание на то, что опора, она внутри. Вот возвращаю тебя, на себя посмотри. Да? Вот кто ты? Какой бы ты пошла по жизни дальше, вот эта Ксюша, какой бы ты была, если бы ты тогда не погружалась в этот образ. Я недостаточно хороша, меня могут предать поэтому, и мне нужно контролировать других, чтобы этого не случилось, чтобы не испытать боль. Вот если бы эту историю ты не взяла, условно перепросмотри свое прошлое, каким бы оно могло быть, ну, я была бы легче. Угу. Я была бы легче, без сопротивления.
как будто бы я, ну, пропускала все через себя, то есть разрешала бы многим вещам приходить, уходить. И себе тоже легче. Да. Ну, себя бы не осуждала. Как Байрон Кейти говорит, я не верю мыслям не потому, что я духовный человек, а потому что верить ему больно. То есть можно верить, никто нам не запрещает верить в свои истории и не исследовать их. Но когда мы в них верим, мы очень видно сейчас на твоем примере, как это сужает наши возможности, нашу способность любить, открываться, просто быть. Да, оно нас словно зажимает в какую-то такую конструкцию, и наш вот этот поток на 360 градусов сужается до маленькой, до маленького ручейка. И посмотри, если бы ты сейчас выстраивала свои отношения с мужем без вот этой истории о предательстве, а какими бы они были? Ну, я бы понимала, что он действует по максимуму. Угу. То есть он делает то, что может. Ну, я бы не пыталась выдавливать из него доказательства, что он тебя любит и не бросит. Да. Mm-hmm. Да. И посмотри, как это влияло бы на твое чувство к нему. Ну, как будто бы у меня было бы больше чистоты восприятия. Mm-hmm. Чистоты восприятия, и как это дает, какое проживание это дает, когда ты смотришь просто чисто, вот смотри на него. На мужа своего. Это дает больше близости. То есть я понимаю, что, ну, я люблю его в каждый момент. Угу. И смотри теперь, посмотри, что он видит в твоих глазах, когда ты из этого. Ну, он видит восхищение, и он хочет, конечно, еще больше для меня что-то делать. Угу. И в какой мир ты тогда попадаешь, если вот так отдаешься? Я попадаю в рай. Да. И видишь, парадокс в чем? Эго ведет нас своей логикой. Оно говорит: Ксюша, давай, мы будем сейчас контролировать, и тебе не будет больно. Угу. А в итоге мы увидели, что эта логика приводит к тому, что муж перестает действовать, и ты подтверждаешь его неэффективность. И опять разочаровываешься. То есть, запуская эту историю в голове, ты приходишь к тому, что она начинает реализовываться, и ты испытываешь боль. Да. Без этой истории все меняется, ты словно в другое измерение попадаешь. Да, да. Сейчас я поставлю на зарядку. Ага, хорошо. Есть какая-то полезная причина для тебя еще продолжать поддерживать мысль, что он может меня предать, что он действует неэффективно? Ой, только неполезные причины есть. Если я хочу, чтобы это на самом деле сбылось. Да, если не нужно, чтобы он меня предал, мне нужно начать его контролировать. Да, да. Угу. Тогда только есть смысл, если я хочу, чтобы это сбылось. Да. Да. И давай теперь перейдем к переворотам. Он действует неэффективно, я действую неэффективно. О чем этот переворот может быть? Ну, вот о том, что мы проговорили. То есть, когда я копаю самой себе яму. Неэффективная стратегия. Неэффективная, да. 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 Угу. Еще какие-то есть примеры, которые бы ты хотела озвучить? Я действую неэффективно именно в этом смысле, что предотвращая себя от
возможного предательства, да, я начинаю действовать неэффективно. Ну, на самом деле, ну, чаще всего так и происходит, что я боюсь, мне кажется, что он ничего не делает. Я начинаю предпринимать очень много действий, каких-то таких хаотичных, в страхе, да. Я начинаю делать очень-очень много суеты, а в итоге, ну, он приходит, он что-то делает вот так. И, а для меня это как будто волшебство. Но я каждый раз боюсь, что а вдруг волшебство не произойдет. И получается, он действует эффективно, а я действую неэффективно. Ну да. Вот так. А я, да, мы сейчас можем увидеть, что действительно, когда мы гоним страхом, мы менее эффективны. Когда мы в любви, и даже в тот момент, да, я действую неэффективно, вместо того, чтобы написать ему, а что делать с ссылками-то, я действую неэффективно. Я в своем уме начинаю с ним разводиться. Да, ну да, да. Нелогично. Эффективный вариант. Да? И если бы ты стала теперь эффективной, это как бы было? Ну, во-первых, я бы проговаривала, наверное, ну, то, что а что с этим делать? А что дальше? Проясняла ситуацию, если тебе что-то не понятно. Да. Проясняла бы. И, ну, наверное, можно спрашивать, как говорится, словами через рот. Да. А мне надо что-то сделать или нет? Да. Или можно расслабиться. Ну да. Да, и вот один такой диалог, возможно, снимает с тебя суету, а его, наоборот, мобилизует. Видишь? Угу. И каждый занимает свою роль, которая ему природно более комфортна. Он чувствует себя более сильным, надежным, а ты чувствуешь себя более расслабленной, по-женски, под защитой любимого мужа. Один вопрос. Мне что-то нужно сделать? Все. И так просто. Очень эффективно. Да, и когда страх набрасывается, ума есть инерция, но в этот момент ты можешь использовать вот этот инструмент для самой себя, все и действовать, просто проговорить, даже просто проговорить, знаешь, мне опять страшно, но я понимаю, что та стратегия неэффективна, я хочу по-другому, дай мне поддержку, пожалуйста, помоги мне вот с этим, вот этот момент сейчас преодолеть, просто даже вот так открыть себе это наружу, и как ты говорила, мой муж, да, он, благодаря ему мы сейчас существуем как пара. И, значит, в нем есть любящий ресурс, который помогает тебе исцелять свою душу именно в реальности. И я действую неэффективно в том смысле, что он старается меня словно вывести дорогой доверия и близости, а я ее постоянно сбиваю. Нет, мы будем жить в прошлом, нет, мы будем верить в предательство, да, то есть я здесь действую неэффективно, да. Я нарушаю... А я по инерции, да. Угу. Да, а он эффективно действует. Почему это правда? Приведи нам вот прям такие яркие доказательства, что он эффективен. Ну, я говорю, а у него как будто по волшебству все получается. То есть у нас ничего не было готово к свадьбе. Вот. И утром, в день свадьбы, утром он пошел гулять и заказал яхту. И у нас была свадьба на яхте в море. Смотри, вот. Человек, который уверен в своих, ну, словно он может по щелчку это сделать, он обычно не суетится за 2 месяца. Он знает, я все решу. Вот эта внутренняя уверенность позволяет ему делать даже это иногда в последний момент. Но он делает. Да. Да. А я боюсь постоянно, что... И он эффективен. Вот...
В том смысле, что он как биатлонист, с одного выстрела сразу в яблочко, да, сразу выбивает все 10 штук, а кому-то надо 10 кругов наматывать. Он действует эффективно. И даже в той ситуации, когда он тебя шлет ссылки, он действует эффективно. Ну, он мне он мне давал выбор таким образом. То есть он все нашел, сам все сравнил, и мне еще дал выбор. Сказал, ну вот как бы вот из вот этого вот выбери. Эффективно, на твой взгляд, есть... такая стратегия, чтобы женщину удовлетворить? Ну, моя была скорее задача сказать, что... ну, если в тот момент... Опять же, если в тот момент я была уже уставшая, и мне не хотелось выбирать, то есть это была моя задача сказать, да, слушай, просто я не могу передать выбирать. Себя. Да. Да. Я не хочу выбирать. Сделай, пожалуйста, просто вот одно что-то мне скажи, я не хочу сейчас выбирать. Но он со своей стороны, получается, действовал эффективно. Действовал эффективно, есть... заботясь о том, чтобы тебе было в итоге хорошо, на это опирался. Да. Угу. Да, и это проявление любви. Ну да. Человеку, которому ты, ну, безразлично, да, он, как-нибудь, скушает. А здесь забота, прям видна забота. И я еще могу сама тебе привести пример, что он действует очень эффективно. Ты рассказывала нам о том, что предыдущие отношения ты заканчивала все быстро. А этот человек стал твоим мужем. Он самый эффективный. Он смог преодолеть все твои кордоны, защиты, все твои маски, травмы и сделал невозможное. Ну да, да. За это ему можно уже медаль давать. Да. Да. Я заставляю его действовать неэффективно. Я делаю его неэффективным. Может это быть больше правда, что в реальности он эффективный, а я его делаю неэффективным. Я делаю его неэффективным. Ну, то, что я включаю вот эту суету и страх, я понимаю, что это очень, ну, дезориентирует и раздражает. Потому что вот мы были в гостях там у его мамы, и я понимаю, что просто когда она... Я увидела это на ее примере. Uh-huh. То есть мы сидим рядом, и она начинает, ну, проговаривать то, как она боится за нас, как мы будем делать то, как мы все, как мы вообще справимся. И я понимаю, что она эти вопросы не решает, она ничего не делает, вот, но и никак на них не влияет. Но то, что просто она сидит и просто беспокоится постоянно. Угу. Это он заставляет, ну, то есть вот как то, что я тебе говорила, а если твой муж поверит, что он неспособный, да? А если вы сидите, вы слушаете маму и верите, что вы сами не справитесь, что действительно нужно бояться, да? То есть это из этой серии. Я делаю его неэффективным, внушая ему эту мысль. Угу. Да, и если я хочу быть эффективной, то как минимум, что от тебя требуется? Если я хочу, чтобы он был эффективным, что нужно не делать, как минимум? Ну, хотя бы перестать суетиться и проверять его, и контролировать по второму разу. И вот это запечатанное послание ему несла. Ты неэффективный, ты ненадежный, ты не справишься, я тебе не доверяю, да? То есть не делать его таким, не формировать эту свою реальность, останавливаться. И там, где возникает этот, словно инерция ума, власть по привычке, остановиться и наоборот пойти в открытость. Как мы говорили, да, эффективный мой шаг, проговорить, выяснить, прояснить, чтобы твой ум в эту секунду успокоился. Вместо паники тебе нужна поддержка, и ты можешь
за ней к нему прийти. И постепенно ты будешь, ну, условно, переходить прям уже в другое состояние ума, и доверие будет открываться постепенно, постепенно, да, и отношения будут теплее. Ну да, очень, очень, вот в том самом моменте очень сложно поверить, да. Хочется отделиться. Ты ошибаешься. Да, хочется отделиться, хочется сказать то, что вот, нет, все, мы да. Подальше лучше. Вот такие моменты, брат, очень здорово, Ксюш, вот я еще раз тебе скажу, что ты большая молодежь, что ты сейчас, вот вы 3 месяца как вместе, как муж и жена, и вот такие шаги делать в начале отношений на правильное понимание происходящего и выработку верных стратегий, правильных, эффективных действий, да, то есть если я боюсь, закрываюсь, это говорит не о том, что я должна еще дальше от него открываться и полагаться теперь на себя, а это наоборот мне призыв, сигнал SOS, слушай, иди и говори с ним, иди открывайся, иди и взаимодействуй. И это может уберечь вас от многих вот этих ситуаций, когда пара идет и накапливает вот эти разрывы внутренние. Разрыв, закрываются, потом любовь прошла. Куда прошла? Потому что мы были невнимательны к своим состояниям, мы игнорировали их, переступали через них, давили в себе, не проясняли, не шли в близость. А как раз, когда мы идем в близость, через другого человека мы можем исцелить все свои боли и травмы. Нам природа это дано, Богом это дано. То есть наш партнер, он наш и целитель. То есть нам к психологам не надо ходить. Большие деньги на это надо. Все, что нам нужно делать, это учиться открываться своему любимому человеку, создавать вот эту душевную близость. И вот в этом переживании близости, вот Шнарк, да, которого я очень люблю, лечение прошлого, настоящее. Вам не надо сильно там возиться со своим прошлым, просто сейчас в моменте проживите вот эту открытость, и травма предательства исчезнет. Этот момент очень активная трансформация в голове. Поэтому я сейчас рядом с тобой, прекрасный помощник. Вот, и мой муж действует эффективно, то есть он, вот я только сейчас это увидела, он всегда открыт к тому, чтобы я пришла к нему. То есть он всегда открыт, ну, если я приду и скажу о своих чувствах, то он всегда готов это услышать. Здорово. Да, да. И это я более эффективно, сейчас... чем закрываться, разводиться с ним внутри, ходить, садуться. Да. Да, а он открыт, и он идет на контакт. Это очень сильное качество, да. Да. Ксюш, и такой контрольный вопрос. Ура, он действует неэффективно. Это про что? Если ты вдруг в реальности опять наткнешься на эту мысль. Ура, он действует неэффективно. Ну, то есть, если я натыкаюсь на эту мысль, это говорит о том, что я должна... Это тот самый момент, когда я должна выдохнуть, расслабиться и позволить. И сделать шаг назад и открыться. Да. И вот эти переходы, они создают близость, интимность, потому что в этот момент меньше всего тебе хочется идти открываться. Меньше всего. Но вот это маленькое преодоление внутреннее, да, такой прыжок веры, мне страшно, мне хочется сбежать, закрыться, а я иду и открываюсь, это и тебя трансформирует очень мощно. Тебя как личность, тебя как женщину, тебя как жену, как друга. Вот, вот, очень важная мысль, вот, Катя, сейчас. Ну, про то, что вот эти моменты, они как раз... То есть намного важнее в этот момент вот, ну, обратить внимание на свою травму, вот да. эту, и использовать его для исцеления, да. Чем
ну, скажем так, какие-то действия в реальности совершить. Ну, то есть, скажем так, важнее гораздо было бы попрактиковаться в доверии, даже если, скажем так, день рождения был бы испорчен. Да, да. Что для меня ценно, да, мы всегда вот в этом выборе находимся. Мне ценно доказать свою правоту, или я действительно хочу перемен внутри себя. И когда я делаю ставку на второе, да, все намного проще становится. Я действительно каждое событие начинаю видеть как возможность. Если меня что-то ранит, трогает, да, это словно дорожка к свободе. Дверь осталось только открыть. Хорошо. Ксюш. Спасибо огромное. Спасибо тебе. Спасибо. Прям вообще от души. Катя, вот это была моя мечта. Потому что вы для меня пример в работе. Такой недостижимый просто идеал какой-то. Вот, то, как вы делаете работу, это просто потрясающе. Поэтому спасибо огромное. Потому что, ну, я делаю работу, да, тоже сама себе и другим людям помогаю. Но вот работа с проводником, да, с человеком, ее ничем не заменить. Да, да. Это потрясающе. Это какое-то вот пространство особенное создает, и все происходит по-другому. Хотя мы делаем то же самое, да? Да. Ну вот, спасибо огромное. Да. Спасибо тебе. Мне прям было очень приятно с тобой сегодня работать, взаимодействовать. И ты такая открытая, вот тут Лена даже пишет: «Ксюша, успехов вам! Вы очень живой, открытый человек». Да, здорово, вы справитесь. У меня действительно сейчас такая полная уверенность. Спасибо. Всего вам хорошего. Как мужа зовут? Сашу зовут. Саша. Что самое интересное, папу и мужа зовут одинаково. То есть это очень все не случайная история такая. Да, и ты к нему тоже же заметил, говорила, мы когда приходили к маме, мама вся беспокойная. Вот у него была мама, теперь жена. И вы вместе, друг через друга, вот эти детские истории в отношении родителей, условно, прорабатываете и проходите, и взаимно исцеляетесь. И это чудесно. Я настолько всегда восхищена тому, как эта реальность выстраивает комбинации для действия двух людей, соединяет пары. Это просто, ну, такие чудеса, всегда идеальные пазлы. И вот как Кэти говорит, с вами всегда тот партнер, который вам необходим. Это вот незыблемая истина. Настолько все красиво, все совершенно в этом мире. Да, все хорошо, Ксюша. Давай, обнимаю тебя.